стали искоскорбийцы, искоскорбовцы, сержанты и старшины, офицеры армии и флота, генералы и адмиралы, товарищи рабочие и работницы, колхозники и колхозницы, работники науки, техники и искусства, будучи советских учреждений и предприятий. Милые друзья, от имени и по поручению советского правительства и Союза коммунистической партии большевиков приветствую и поздравляю вас великой победой над германским империализмом. Сегодня столица нашей Родины Москва от имени Родины чествует проблесков советских воинов, одержавших эту победу. Сегодня воины-победители пронесут по улицам Москвы и мимо стен Седого Кремля свои боевые знамена, покрытые бессмертной славой многочисленных побед. 4 года назад немецко-фашистские полчища по-разбойничьи напали на нашу страну. Советский народ вынужден был оставить мирный труд и взяться за оружие, чтобы отстоять честь, свободу и независимость своего отечества. Война с фашистской Германией этим коварным и сильным врагом явилась для нас тяжелым и грозным испытанием. Однако наш советский народ, наша Красная Армия не падали духом, отразив натиск немецких войск. Красная Армия перешла решительное наступление, очистила врага советскую землю, перенесла войну на территорию Германии, Англу, разгромила гитлеровскую армию и возвратила знамя победы над Берлином. Соединенными усилиями великих держав Советского Союза, Соединенных Штатов Америки и Великобритании, фашистская Германия повержена в прах. Ее чудовищная военная машина разрушена. Преступное гитлеровское правительство уничтожено. Очаг немецко-фашистской агрессии в Европе ликвидирован. Человечество избавлено от своего злейшего врага германского фашизма. Ныне все узнают о достижении исторической победы над Германией. Советский Союз играл главную решающую роль. На протяжении 3 лет Красная Армия один на один сражалась против вооруженных сил Германии и ее сателлитов. В Отечественной войне Красная Армия честью
стоя на вере народа. Ее славные воины достойно выполнили свой долг перед Родиной. Наша армия не только отстояла свободу и независимость нашего Отечества, но и избавила от немецкого ига народы Европы. Отныне и навсегда наша победоносная Красная Армия войдет в мировую историю как армия-освободительница, оверенная ореолом немеркнущей славы. Отечественная война завершена, одержана победа, какой еще не знала история. Источниками этой великой победы являются наш социалистический строй, мудрое руководство большевистской партии, правильная политика советского правительства, морально-политическое единство народов нашей страны, исполинская сила Красной Армии и доблестный труд советского народа. Товарищи, победу над германским империализмом мы завоевали ценой тяжелых жертв. Жестокий битв врагом стало смерть храбрых много наших боевых друзей, лучших сынов и дочерей нашего народа. Сегодня день великого торжества. Почтим их священную память и произнесем вечная слава героям. Наши стоят за нашу советскую родину. Товарищи, сегодняшний день пойдет в историю от жертвы демонстрации силы и могущества нашего государства и его вооруженных сил. Остав будет наша победа! Пора! Победоносным воинам, отстоявшим честь, свободу и независимость нашей Родины.